Привет, ребята! С вами Саня, мы Сани, и вы угадаете, на чем я сижу. Ну вот, какой поняшка, вот. Его зовут это Нента. Я слышала, как да, ну вот, мы в главной улице Паланги, и вот тут у нас происходят такие чудеса. Саня, только ты будь осторожна, ты смотри, осторожно, Саня, не надо так, может. Смотри, вот тут и шапочка вот какая классненькая, это видишь, шар. Специальная для него. Осторожно, может, Саня. И вот, смотрите, один. Саня, пошли. А вот там вот, вот мама с ребеночком, совсем еще маленьким. Смотрите, какой классненький, малюсенький. Хороший. Ты его успокой, видишь, его успокаивает женщина, и ты его говоришь, ничего, хороший. Это девочка, это маленький, он 6 маленький, месяцев, хороший. Вот. Ну, видишь, да. 6 месяцев это ему мама. Только. Хороший, хороший. Роузи, хорошая Роза. Роза. Ой, какой он есть гладенький. Ну, за этот поводочек, а я буду держать. Давай, только осторожно, Саня. Осторожно, иди, вот тебе женщина скажет, куда. Иди туда, иди, иди. Ну вот, Саня теперь будет помогать женщине с жеребенком маленьким. А вот это его мама, я так поняла. Вот. Тут люди, я смотрю, уже собираются. Ой, а тот какой, смотрите, трется об дерево. Давай я тебя почешу. Иди ко мне. Иди, я тебя почешу. Иди ко мне. Хороший. Иди ко мне, я тебя почешу. Хочешь? Ну, док, иди ко мне, давай. Хочешь, чтобы ему спинку почесали? Ну вот, Саня тут, слушайте, да, теперь другой девочке, вот женщина, ну он такой гладенький весь, такой весь приятный на ощупь, только ты, Саня, будь осторожненько, вот этому чешется спинка, он все время об дерево, знаешь, там трется. Ну пойдем к этому маме. Этот не маленький, это его мама вот этого. Ай, вот этот старенький, что вчера говорили, что ему 18 лет, помнишь? Да, вот синими глазами. Подожди, я попробую показать, что у него синие глаза. Саня, будь осторожна. Он такой... Вот, смотрите, у него синие глаза у этого поняшки. Какой классненький. Могу красивый. Его погладить? Осторожно только, Саня, хорошо? Мы ждем, пока придет вот этот, что с большой этой, да. Будете ехать или нет? Все, Саня одевает шапочку. Сейчас она будет как настоящая наездница. Вау! Смотрите, какой красавец стоит. Смотрите, что за... Вот. Ну что, я пойду за ней. Ну, Сане будет первый раз, когда она на лошадку садится. Ну, слушай. Вау, вау, вау. Ну, обидь бы по нашей семье. Добрый день, слава друге, Патрика. Смотрите, как любит свою хозяйку, лошадка, молодчинка. Это та женщина, хозяйка этой лошади. Ей говорят там разные еще перед дорогой, как что надо делать, где ручки, где ножки надо держать, чтобы все было в порядке, чтобы если что, вот он ей рассказывает, что надо делать. Вот. И все. Сейчас будем кататься идти. Тут вот вся команда собралась. Сейчас покажу. Вот малюсенькая, 6 месяцев ей сказали. Вот там ее мама. Ну, а вот тут Саня уже сама. Слушай, все. Все, мы пошли. Ну вот, и я за Саней иду понемножку. Саня, смотрю, очень-очень. Мечта сбылась, Саня. Я надеюсь, что все будет хорошо. Не бьёк.
Сань говорит, боится немножко. Да. Ты не бойся. Не биёк. Он говорит, не бойся. Не бойся, говорит. Вот, говорит, можешь погладить. Вот. Как упражнение. Да. Чтобы познакомиться с лошадкой. Потом это и держишь, это и гладишь. Хорошо? Молодец. Все, опять ногами. Хоп. Ножками надо так, знаешь, сделать, чтобы он понял, что надо идти. В боках надо пощекотить ребрышки. Да. Ботинками, и тогда она идет вперед. Ну вот. И вот временами мы упрямляем. Я немножко отстану, то он говорит, чтобы не беспокоить лошадь. Она беспокоится немножко. Ну что, ребята, я вам могу сказать, что мы в Паланге. Такие все ощущения получили хорошие. И так нам прям подарок, вот эти лошадки. Потому что Саня так мечтала. У нас в Каунасе, в городе, как-то есть большой очень... Там, как это называется, для лошадей такой большой там дом. Я не знаю, как это назвать по-русски, там где. Но мы как-то никогда туда не ездили. Саня как-то была маленькая, никогда не показывала никакого такого, что она хочет. А теперь так захотелось. Мы как увидели вчера вечером их. Вообще, Саня весь вечер потом и всю ночь мне мама говорит, я так хочу, моя мечта. Ну вот мечта сбылась. Я надеюсь... Мы продолжим эти, может, уроки даже, может, приеду в Каунас, обязательно пойдем, узнаем. А вдруг, да и дитё станет кем-то. Ой, скрылись куда-то они от меня. Не знаю, куда. Вау! Куда она пошла? Ну, сейчас я как настоящий... Я, слушайте, как этот теперь, знаете, папарацци. Пошла за... За Сани. Вот так вот, ребята. Обязательно в комментариях напишите, катались ли вы на лошадке. Тут Саня уже как настоящий, очень профессиональный вот этот мужчина, что ведет лошадку. Очень прямо, знаете, мне очень понравился он. Такой прям профессионал. Очень все хорошо сказал, как надо держаться, что надо эмоции свои держать на лошади. Лошади чувствуют, если ты боишься. Ой, я куда-то тут попала, я даже в жизни тут не была. Где-то мы. Вот я сейчас их как раз оттуда и перехвачу. Ну, как тебе, Сани? Класс. Ощущения классные? Пойдем в Каунасе кататься на лошадках. Да. Может, надо начать, слушай, учиться? Ой. Вау, слушай, сейчас как наездница поедешь. Как в Рио-де-Жанейро наш. Супер. Супер. Сейчас она... прыгнет и, наверное, расскажет, что она чувствует и какие ощущения у нее от этой лошадки, от этого приключения. Ну что, мы движемся уже к финишу понемножку, поэтому я уже камеру выключать, наверное, не буду. Как уже дойду, так дойду. Тут уже, видите, даже дорожка такая протоптанная с лошадок. Но типа няшки вообще, слушайте, вы не представляете, как их трогаешь, какое ощущение. Ну вообще, вот этот малюсенький, ему 6 месяцев, представляете, он одну девочку засосал прямо. Говорит, он меня всю засосал. Девочка тоже из Москвы, откуда она там приехала, тоже стояла, говорит, дайте мне его поводить. Так как поводила, вся засосанная пришла. Ну вообще. У нас сегодня суббота, все собрались с детишками, семьями. Вообще, Паланга – город семейный, я вам так скажу. Тут собирается с семьями. Вообще, семья – это все святое. Для нас вообще, я вообще, это семья, это все. Знаете все, что семья – это самое главное в жизни. Все, девочка делает круг.
Все, хорошо, все. Вот она развернется красиво. И все. Ну как, Саня, тебе? Давай, иди что-нибудь скажи еще полслова. Гера, мужите, какая ты гера. Ну, спасибо вам. Да? Спасибо вам. Ну, класс. Спасибо вам большое. Ну что, Сани, ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Не можешь оторваться еще, да?